поливали, еще полили. Сеть там пошла. Клипы по технике здесь. Потом там добавляем ведение, это не просто ведение. А ведем, тормозим, разворачиваемся, финт заложили, обыграли. Снова заболит меня, танец ночного огня. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Не самым интересным. Раньше через правое плечо, через левое плечо. Капитанская повязка жмет? Маленькая. Да. Маня просто это вы, конечно, сейчас это, тренажер. Вас просто не было, но там, блин, русский базук. А у меня Каким образом он скрывается? Good luck. Давай!
мяч проходит в лицевую, тогда не разворачивается мяч, потому что там нет пространства. Как надо атаковать? С фланга. Что у нас получается? У нас правого фланга по ноге там, ну это как, его нету. Значит, забегать надо тогда туда. На третьего играть в темп. У нас Кристина в середину уходит, поле там новое, то ли еще что-то. Вот это позволяет вопрос на самом деле качества, как вы возвращаете мяч. Не спешите, может, вы сами подскажите. Одна, раз, и все. Значит, без контроля. Поперечные уходы. Она просто, знаешь, я не трогаю, она мне так заходит. Вчера вам этот центр вот иногда. Ты сделал поролон? Сейчас мы балерей. Еще раз. Ты сделала поролон? Нет. Мне еще хуже, потому что места да? Нет. Сильно-сильно не вытягивает. Ага, чтобы вот внизу. Болт фана. Из два тренера. А? Из два тренера. Да, да. Красиво. Хорошая подача, Ксения. Да, вообще замена. Хорошая подача. Вика! 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 Сама зайдет. Ура, победа! Ура, победа! Ура, победа! Я не знаю.